У нас есть странная идея, что наше мышление – это сознание. Что вот мы что-то сознаем и в связи с этим принимаем соответствующее решение. Вот. И мы начинаем думать, что мышление – это сознание. Но давайте я попрошу ваше сознание, как бы сказать, сейчас я вам эти, скажу 48 умножить на 35 – и ваше сознание, да, имея как бы вводные из 4 цифр и одного действия, да, будет скрипеть, вспоминать, куда-то относить, на ум пошло, там вот это все. Да, потом плюнут в калькулятор, достанут, да, в телефоне есть теперь и все. Да? Вот что способно сознание. Я хочу, чтобы вы, когда вы понимали, что вы мыслите, это вообще не имеет никакого отношения к вашему сознанию, к вашей рефлексии и прочему. Когда шеф-повар делает гениальное блюдо, я так не думаю, что их может сделать, но допустим, вот, делает гениальное блюдо какое-то невероятное, он же мыслит, вот он создает такой набор ингредиентов, он создает еще что-то. Он что, он, как он мыслит? Это интеллектуальная деятельность? Интеллектуальный, да? Он как-то собирает внутри себя сочетание вкусов, фактур, там, альдента, не альдента, там, чертов ступи, там, и так далее, как это все разложить, чем, понимаете, приправить и так далее. Улавливаете, да? Но вы не можете сказать, что он подумал блюдо, да? Вы, при этом вы скажете, он придумал блюдо.